сам не двадцать. Мне 45 лет. Работы нету. Домохозяйка. Люблю очень хороших, позитивных людей. Занимаюсь конным спортом. Играю на скрипке. Увлекаюсь шахматами, катаюсь на велосипеде. Приехал, чтобы с вами со всеми увидеться, пообщаться, побыть в хорошем коллективе, с хорошими людьми. Что я хочу получить от этого праздника? Я думаю, что я получу колоссальное удовольствие. Со всеми подружиться, пообщаться. Приобщиться к чему-то новому, родному, древнему. Провести время со своими родителями, так как дома, ну, бываю не часто. Получить хорошие эмоции, как-то проникнуться к нашей культуре, если получится, нашими корнями. Приблизиться к природе, повидать старых знакомых. С новой компанией пришел познакомиться, новых друзей приобрести. Ну, все такое. Позитива побольше. Серьезно, только раз задумался. Я очень хотела праздника вот этой вам купалы. Уже под это все дела стараемся подгонять. И, в принципе, начинаем. Начинаем. Так. Копья остры, кровью не дорогие.